Доброе утро, мир. У меня будет наступать завтрак. Знаете, мы сколько вчера чизкейков съели? Вы не поверите. Целый кусок, который я съела утром. Все. Блин. Но это не потому, что он невкусный. Это потому, что... Потому что... Жрать, когда жрать-то? Да и жрать-то не надо сладкий. Так бы я его весь съела. Но я вчера мороженое съела. И вот чизкейк сладкого. И хватит. Вот так и жизнь проходит. Смотришь, облизываешься. И идешь арбуз есть. Хорошо хоть арбуз есть. Ну, сейчас арбуз, потом манго. Всегда что-то есть. Вкусненькое. Скажем так. В общем, у нас такие планы сегодня. У нас Таня сегодня приезжает к нам в гости. Ну как к нам в гости? Она кое-что делает, кое-что привезет. Я потом вам все расскажу, покажу. Может быть, кому-то интересна будет информация, кто тут может быть поблизости меня живет или еще что-то. В общем, поделюсь. Вот. А, ну мы еще встретимся с девчонками. У нас, ой, у меня такой возраст замечательный. Как это, знаете, в одноклассника не раз видела. 40 лет это замечательный возраст. Одна подруга рожает, вторая подруга становится бабушкой. У меня одна подруга стала бабушкой. Вот, да-да. Кстати, там и не одна будет. Ой, блин, подружки скоро бабушками становятся. Пипец. Они у меня молодые, красивые. Слышите, Чучу? Поет. Ему он, наверное, не поет, когда жарко. Он не поет. А утром он поет. Так вот, встретимся с подругой. В общем, будет две Тани, Оля. И она, может быть, нам фоточку своего внука покажет. А вот. С Олей встретимся тоже. Она пока никого не покажет. Пока. Вот. Ну и так, посидим, кофе попьем, поболтаем в кафешке. Ну а пока пойду сейчас с Чарли гулять. Нет, сначала буду завтракать. А потом уже с Чарли гулять. Может быть, подкражусь немножечко. А может быть и нет. Все равно в очках, в маске, кто тебя видит-то? Никто тебя не видит. Ну, посмотрим. Может быть, будет желание. За ваше здоровье. Только ради этого встаю утром. И бегу на кухню быстрее завтракать. Какая же вкуснятина. Как хорошо, что есть утро, и можно что-нибудь слопать такое. Вот такие планы. Как хорошо летом. Надел платьишко сверху, шлепки напялил и пошел на улицу. А зимой 150 одежек напяливаешь. Одно, второе, третье, сапоги, носки. Обожаю лето. Даже жару обожаю. Ненавижу холод, когда 150 одежек лежишь еще под пледом и все равно мерзнешь. Ой, а летом хорошо, ходишь почти что голенькая по дому, и все тебе прохладненько. Ну, жарко пошла, освежилась в душе, и все замечательно. Лето, ах, лето. Мы гуляем с масочкой. С масочкой, сказали маску носить, я ее ношу. На самом деле здесь никого нету, поэтому здесь товарищи алкоголики ночами собираются. Вот. А вот днем товарищи алкоголики отсыпаются. Не буду краситься, потому что очень жарко. Все равно все течет. Ну, может быть, знаете, хотя и бровки, что их все равно не видно. Правда, что и бровки, что ли, красить? Зачем все равно их не видно? Очки, конечно, я другие одену. Надену.
Потому что я сейчас вам покажу, что я буду одевать, надевать. Лето. Ах, лето. Да. В общем, вот так я нарядилась. Красная сумка, красные очки. И мои босоножки. В общем, как-то так. Не красилась ничего, потому что все равно не видно. А, серьги, мои серьги. Сережечки одела. Все, пошла. Покорять мир. Мы тут с девочками встретились. Ты привезла мне три палочки? Да, ну там отложила. Пьем, вот, тебе, да. Бухаем. Мы бухаем. У кого сок апельсиновый? А кто кофе? У кого аквариум, кофе? Они на вилку решили сэкономить. Тоже вариант. Мы Таню поздравляем. У нее внук родился. Да? Хорошенький? Хороший. Меня поздравьте. У меня 8 внуков. Господи, аж напугала. Врет она, никто не... Факт вру, у меня цыплята родились. Ой, какие внуки? Это еще дети. Нет, это мои внуки. Это наседка она, у нее цыплята. Да. Я всегда рассказываю про тебя. Я всегда про тебя рассказываю, про твоих хорошенькие детей. Одни уже большие, да? Ну да. Сама, у нее наседки какие-то неправильные. Они сидят, и за неделю до выхода убегают. Нет, они первые дети. А, да? И Танька их вручную, без всяких там инкубаторов, сама выводит. Это, по-моему, кабая. Так вот, бухаем. Так, я уже дома. Мы немного там тапы съели, небольшие. Вот, но кушать все равно хочется. Немножко, знаете, даже не то, что хочется. Если я сейчас что-то не поем, то через 2 часа мне будет очень сильно хотеться кушать. Поэтому я вот достала, у меня есть, остался баклажан. И я его сейчас доем. А еще моя подруга Татьяна занялась бизнесом. В общем, она у нас тут все-все готовит, всю русскую еду. И тесто, и пельмени, и котлеты рыбные, и в общем, что хочешь. И вот она меня сегодня угостила вот такими трубочками. Сгущенка, потому что в Испании такого нету. Чак-чак сама делает, представляете? Вот такие вот сочненькие она делает. Они такие довольно-таки большие, с творогом. Вот. Все должно быть очень вкусно. Творог, кстати, тоже сама она делает. Вот. И вот она сегодня тесто, там она дрожжевое, сама сегодня привозила кое-какие заказы. Но у нас бизнес-вумен. Если вы вдруг тут находитесь неподалеку от Матриля города, можете обратиться там ко мне через Инстаграм и что-то заказать. Потому что это все нереально вкусно. Пироги разные, беляши, чебуреки. В общем, что она только не делает. Все-все-все, что у души угодно. К еде, к которой мы привыкли. Пирожки с капустой, там, я не знаю, пироги с капустой и с тунцом. Вот. Так что вот такая вот она у нас бизнес-вумен. Она, кстати, училась на... Или работала уже, точно не могу сказать. В общем... Я сейчас, наверное, поставлю себе чайник и что-нибудь, наверное, вот этот сочник съем. Ну, а это уже оставлю на завтра, на послезавтра или на еще какой-то день. Так вот, так и вкусняшки.
Вот сейчас тоже сидели. Ну, в Инстаграм засняла видео, сторис, что там подруга делает всякие изделия. Вот, и девочка одна пишет, что торты, не делает ли кто-то с торты на заказ у нас. Потому что в Испании торты как-то, знаете, или торты, как там неправильно говорить, они какие-то все однообразные и не особо вкусные. Либо с битыми сливками, либо, знаете, мусс шоколадный, но он тоже как сбитые шоколадные, ну, в общем, невкусные. Конечно, им нравится, но опять, знаете, они привыкли к этому. Испанцы такой народ, что вот если они привыкли к этому, то все, их хрен переубедишь, что там это вкусно или все. Или они вот едят вот это свой белковый крем, и все, и будут они его есть до скончания века. Даже я, и вот, ладно, не буду перескакивать с темы на тему. У меня есть одна подруга, которая делает шикарные торты. Или торты. Так он сладко всегда спит, что прям я вообще съесть его готова. Прям шлепаю. Вот. И, ну, сейчас лето, и она работает, говорит, времени нет на это, и желания, жара. И вы знаете, у меня было много такой мысли, были многие мысли, что делать торты на заказ, или еще что-то, или торты, как, блин, правильно, пишите в комментариях, как правильно, торты или торты. У меня вкусные торты, получается, или торты. Очень вкусно. Но у меня, знаете, какая проблема? Не то, что проблема. Я не парюсь над украшением. Для меня важна внутренность, а не украшение. То есть мне по барабану, как он там украшен. Главное, чтобы он был вкусный торт. Потому что, знаете, наложат много фруктов сверху, и все, вроде бы красиво, да? И вот когда я задумывалась над этой темой, то вот это вот, думаю, украшать... Это же нужна практика, это нужно же... Мне легче испечь, сделать вкусный крем, все это замазать, намазать, чем вот это вот украшать каждую детальку, знаете. Это для меня уже не то, что сложно, нудно. Вот. И вот так вот. А, ну и вот насчет испанцев. Я даже своим родственникам делала торты. Они, знаете, вот морковный. Ко мне приходили, вот они сюда, родственники. Я сделала, значит, морковный и еще какой-то. Они, ой, что это за торт? Я им не сказала. Я говорю, вы пробуйте, а потом скажу. Если бы я им сказала, что это морковный, они бы его ни за что даже не попробовали. Потому что скажут, морковь, как это в торте? Бэээ. Поэтому зато так уплели, и потом я им говорю, это из морковный. Морковный? Это как? Я говорю, вот так. Сейчас можно купить морковный торт и пирожные. Вот, и Red Velvet, красный вельвет тоже продают. А так, чтобы вот, все, вот они привыкли, все одинаковые. Они могут быть по-разному украшены, но внутри все одно и то же. Какашка. Мне так кажется. Наш медовик. Это же сказка. А шоколадный какой я делаю. Это же мечта. Там, я не знаю, много всяких разных. Ну нет, вот у них вот они как прилипли. И также с едой. Вот мы сегодня разговаривали с Таней, что она вот сейчас начала вот это все делать, там и тесто, и пельмени. Это только для русскоговорящего народа, как бывшего СССР. Вот здесь у нас живут литовцы, украинцы, потом белорусы, да. Ну, я, конечно, никого из них не знаю. Точнее, я знаю девочек, но я не знаю, откуда они. Потому что они говорят с акцентом, литовцы, наверное. Для меня вообще по барабану, какая нация или человек, черный, зеленый, красный, нет, зеленый нет, потому что как-то зеленый человек, не, зеленый не, расистка. А так, лишь бы человек был хороший, с кем живет, как живет, тоже по барабану. Вот, так, к чему я говорю? И вот... Только для этих людей, мы что-то разговаривали с Таней, что типа на испанцев не надо ориентироваться, только вот на русскоговорящих. Потому что испанцы, не вот это вот, не будут они, не пельмени, вот они, чтобы есть, вот так вот. Ну, наши, может быть, мужья там и едят, а вот чтобы испанцы, хотя равиоли есть. Ну, они то даже из итальянской, наверное, пицца да пасту едят, макароны. В общем, странный народ, который привык к своей еде, и все, и шаг влево, шаг вправо уже не будет ничего есть. Вот такие вот они. И вот я тоже думала, может быть, торты делать на заказ или еще что-то. Ну, вот видите, украшать. Хотя, если знаю, что поизучать, попрактиковать, все это получится, 100% уверена.
Но скучно, мне кажется, это. Угрожать тортом, мне кажется, это скучно и нудно. Ведь это его же все равно съедят. И самое главное, мне вот вообще по барабану, как украшен торт. Особенно, знаете, когда фрукты на него накладут, вот так вот сверху навалят, навалят. Потом эти фрукты как бы отдельно можно съесть. Да? Это даже торт для таких людей, которые не едят сладкое, они там вот это вот ягодки съедят, а остальные, которым по барабану фигуры, могут тортик слопать. Вот так вот. Вот такая вот у меня мысля была. Мне кажется, русский народ, он более открыт для кулинарного, для кулинарии. То есть мы, вот я пробую все. Вот особенно, знаете, если что-то увижу такое странное, мне обязательно нужно это попробовать. Но сначала, конечно, я прочитаю состав. Благодаря этому я нашла очень много всяких разных продуктов. Такие странные, но очень вкусные. Вот. А вот тут люблю все пробовать. Даже вот тут раз в фруктовый магазин зашла, там какой-то корень лежал, вот такой как мячик. Я спрашиваю, говорю, что такое? Он не сказал, что за фигня. Он говорит, как этот, анис. Анис, не анис, а как фенхель. Типа фенхеля, что-то корень какой-то. Надо вот тоже поизучать, что это за корень и с чем его едят. И попробовать, может быть, тоже будет очень вкусно. Вот знаете, кстати, батат, ну вот эта вот картошка красная, как ее еще называют, мне не нравится. Потому что мне вообще не нравится, что морковь мне не нравится, хотя с хумусом очень вкусно. Вот морковь не нравится, тыква не нравится, и вот не нравится папайя. Вот все такой вкус, знаете, как бы как морковный, мне не нравится. Вот, а еще у нас часы стали, пришло, батареек в доме нету, поэтому батарейки из одного аппарата вытаскиваю, в другой вставляю. В общем, вообще жесть, надо завтра съездить в магазин и купить батарейки. Под вентилятором хорошо сидится. Вот. Ого, с вами наболтала вам. У меня, кстати, сегодня девочка в 7 часов придет стричься. Так что сегодня тоже работа. Небольшая будет. Это, знаете, как это... Как же ее назвать, эту работу? Не халява, а когда помимо работы есть еще подработка, что ли? Как-то еще другое слово интересное есть. Не подработка. Не знаю. Ну, потом вспомнится. Приготовила место работы. Здесь прям под этим. Под вентилятором. Надела платьишко. Это пляжное платьишко. Такое оно. Потому что я тут хожу в трусиках. Тебе жарко, рыба моя. Так. У меня парикмахерский мой отдел. Надо достать ножницы. Расческу. Так. Этот какого? Вот эту штуку. Что-то это мне расческа не очень нравится. Она какая-то острая. Все мозги вытянет. Так, так, так. Другой что-то не могу найти. Ну ладно. Поищем. Ну все, ушла девочка. Даже успела заснять второй день моей заквасочки. Хорошая такая получается. А, девочке отдала, угостила, в общем, ее моим чизкейком. Потому что мне одной его, ну, одной мужу, нам его очень много. А что, тоже неделю будет стоять. Потом засохнет и вкусно будет. Тем более, Танька вкусняшек дала много. Расти, попа. Так, что я хотела? Пропылесосить. Я хоть и это... собрала все веником, но все равно надо пропылесосить. Жара, жара. Жара. Вот так вот. И работаем. Как-то так. Угу. Ну что, красивая, поехали кататься. Мы сейчас так смеялись вообще с девчонкой. Я всегда, когда стригу голову мою, всегда. Что на работе, что здесь. Помывка головы.
и укладка всегда входит, как говорится, в обслуживание. И вот, девочки, мою голову, значит, это, и душ положила, вот это вот, когда капли, ну, душ, да, вот так кверху включаю, вот и все, этот душ на нас, вот так вот, короче, мы все искупались, я такая, блин, говорю, я тебя искупала, она, ничего страшного, она у меня раздевается, знаете, приходит, снимает одежду, ну, потому что жарко, во-первых, во-вторых, чтобы волос не лип, вот, и такая, говорит, ничего страшного, говорит, зато душ приняла прохладный. Ой, смех и грех, смотрите, я сегодня купила сережки вот такие вот, в Парфоэс он, что ли, называется, он вот со скидкой был, 4 евро, правда, они стоили 5 на евро всего, но мне они очень понравились, и сидят на ушах классно, вот. Тем более у меня сейчас все такое, как серебро. Мне кажется, они вот на каждый день. Самое оно. Как вам? Прикольный, да? Я сегодня гладила, не ходила гулять, потому что что-то сегодня уже так находилось, что просто не было желания никуда идти. Еще жара такая. Вот включила себе вентилятор и под ним гладила немножко. Вот. Телек сейчас вот включила, новости посмотреть. Вроде как ничего, неплохие новости, там уже покупают все прививку, которую выработали в Оксфорде. Вот, так что ничего, прорвемся. Вот, а я с вами буду прощаться, потому что я уже, ну все, больше делать ничего не буду, уже поздно. Да, Чучи? Как ты там поживаешь? Скажи всем. Пипи? Да, Чучи? Чучи, скажи что-нибудь. Ну, хоть пикни. Не хочешь пипикать? Вот. Ну вот. Всего самого лучшего. Всем пока-пока, до завтра.